You got the touch. You got the power. Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru. Привет, с вами Вилсаком, и перед вами не что иное, как iPhone 6. Китайская копия, разумеется. Вы будете смеяться, но как и в случае с iPhone 5, китайцы сами себе придумали iPhone 6, собрали его китайский фейк и уже вовсю его продают в Поднебесной. Хотя в случае с iPhone 5 они угадали с дизайном, и в данном случае у нас тоже нету оснований не доверять мастерам из провинции Хунань. Реальная такая провинция, я не придумал. И возможно, что все так и есть, а возможно это... Хуйня, хуйня. Еще одно видео, которое будоражило интернет, это якобы фронтальная панель iPhone 6 сапфировое стекло, и в данном случае нам показывают, насколько она прочная. Это не совсем так. То есть, если в iPhone 6 будет сапфировое стекло, оно будет устойчиво к царапинам, а то, что оно гнется, ну, по большому счету, это нам вообще не очень интересно. А что об этом думает Зен-Зен? Так что, друзья мои, мы находимся в странной ситуации. С одной стороны, у нас большое количество фотографий, утечек, которые говорят, что iPhone 6 на 4,7 дюйма будет выглядеть именно так, а возможно будет выглядеть абсолютно иначе или отличаться деталями, а как вы знаете, именно в них кроется дьявол. Кстати, последний слух об iPhone 6 на 5,5 дюйма. Говорят, из-за сложностей в производстве его запуск может быть отложен до 2015 года. На этой ужасного качества фотографии вы видите две странные хреновины, и я уже практически слышу ваш голос. Но на самом деле это сенсоры Touch ID, верхний от iPhone 5s, а нижний от якобы iPhone 6. Из этой картинки мы можем сделать вывод, что компания работает над улучшением сенсора, возможно он станет более устойчивым к царапинам и самое главное быстрее срабатывать. Немецкая компания Spigen, которая производит чехлы, в прошлом году слила якобы дизайн iPhone 5c, он был очень близок, но на самом деле в этом году я думаю, что это не iPhone 6, они в очередной раз попытались угадать, основываясь на слухах, как будет выглядеть модель, и уже сделали свои чехлы. Но это вполне может оказаться... Само собой, с новым айфоном появится и новый процессор. Последние слухи, чип A8 будет работать на частоте 2 ГГц, само собой 64-битной архитектуры и просто в ноль уделает по производительности A7. Ждем. Вроде как передняя панель iPhone 6, даже с какими-то элементами, но когда посмотрели знающие люди, сказали, что это скорее всего от фейка, вроде того, который мы видели в начале видео, а ни разу не от айфона, так что... Вот такие дела, друзья мои, много информации, противоречивые поступают об iPhone 6, я скрупулезно отбираю для вас все самое интересное, перебираю тонны и тонны фотографий. Для того, чтобы не пропустить все самое интересное, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Twitter, Instagram, до новых встреч, пока!